Теперь мы приступаем, собственно, к истории, к становлению Русской православной Церкви, и прежде чем мы поговорим о том, как Церковь появилась, собственно, на Руси, немного нужно поговорить о христианстве в восточной, в восточной Европе в целом. Это только кажется, что вот не было, не было христианства, потом оп и в X веке вдруг Владимир крестил Русь, и с тех пор христианство в истории очень редко какие процессы происходят таким образом скачкообразно. Большая часть процессов – это процессы плавные, это постепенное накопление, это формирование каких-то условий. И существенная часть формирования условий, необходимых для христианизации Руси, связана с тем, что христианство распространялось на землях, окружающих Древнюю Русь, и прежде всего у таких у восточных народов. И здесь, может быть, одна из самых ключевых фигур, точнее, две ключевые фигуры, это фигура Кирилла и Мефодия. Имена на слуху, хотя Кирилл имя потом позже принятое, а вообще первоначально одного из тех, которые занимались проповедью христианства у южнославянских народов, звали Константин, он был известен по прозвищу Константин Философ, был человеком, приближенным патриарха Фотия. Помните, я чуть-чуть упоминал, когда говорил о напряженности между Востоком и Западом, так называемый фотиев раскол или фотиевую схизму. Так вот, как раз Фотий был одним из тех людей, который вступил в серьезный конфликт с Западной Церковью, которого Западная Церковь не признавала настоящим патриархом Константинопольским, который, собственно, сам обвинял Западную Церковь в ересе, а именно в том, что Западная Церковь необоснованно добавила в символ веры слова про Духа Святого, что он не только отца, но и от сына исходит, и потом говоря о богословии, мы вернемся к этой теме. Так что вот из этой среды, от этого патриарха как раз отправляется Константин философ, он же Кирилл вместе с ним Мефодием в миссию к славянским народам. Они проповедовали в Болгарии, проповедовали в Сербии, проповедовали в Моравии. Но если бы они только проповедовали, может быть, они не оставили бы такой значимый след в истории христианства. Однако Кирилл с Мефодием сделали чрезвычайно важное дело. Они создали славянский алфавит, славянскую письменность и на основе этой письменности перевели священное писание, или, по крайней мере, Значительную часть Священного Писания, то, которая нужна была для богослужебного использования, они не перевели Библию полностью, только то, что используется именно в служении, и перевели некоторые богослужебные книги, чтобы православное богослужение могло совершаться. А азбуку, которую они создали, называют не кириллица, как думают большинство людей, ее называют глаголица. Кириллица была создана гораздо позже, была создана не этим Кириллом, а была создана Кириллом Болгарским, примерно, может быть, лет сто спустя после этого. А глаголица от кириллицы отличается не составом букв, а отличается их внешним видом, начертанием. В глаголице буквы создавались на основании христианских символов, крест, рыбы и так далее. Вот из этих вот символов Кирилл с Мефодием придумали буквы, мало на что похожие, и эти буквы не прижились. Потом была проведена реформа, и на основании греческого и чуть-чуть даже еврейского алфавитов была создана славянская письменность, которой мы, ну, с некоторыми вариациями, конечно, историческими, пользуемся до сегодня. И то, что сделали Кирилл и Мефодий, в общем-то, задает определенную модель проповедей, которую потом будут повторять и многие их последователи в следующие века на Востоке проповеди таким народам, которые не имеют своей письменной культуры, это создание письменности, это перевод священного писания, и после этого вместе с переводом священного писания, богослужебных книг, создание и церкви в этом народе. И потом стараниями православных миссионеров на значительной территории того, что вот сейчас является Россией. Ну, Россия, конечно, изначально была меньше, но потом новые и новые территории присоединялись. Так вот, на этих территориях во многом именно православными миссионерами создавалась и письменность, и письменная культура. То, что начинали делать Кирилл с Мефодием, потом эти труды продолжились. Так что многое в нашем языке, Многое в нашей культуре как раз связано с их трудами, и поэтому, кстати, когда приходит христианство на Русь, то нет нужды уже создавать богослужебную литературу, нет нужно создавать письменность, нет нужно переводить священное писание, потому как и южнославянские диалекты, на котором говорили там в Сербии, Болгарии, Моравии и так далее, и диалект киевской Руси был достаточно близок и достаточно понятен, так что и массу литературы уже существующей, и священников, проводящих служение на этом языке, найти было не очень сложно. Поэтому это важнейший фактор, определяющий дальнейшую христианизацию Руси. Помимо проповеди Кирилла и Мефодия, христианство распространялось и достаточно рано распространилось у прикаспийских народов, у многих народов с 4-5 века была проповедь христианства, многие народы уже обратились к тому времени, к Христу. Было определенное влияние и определенное присутствие христианства на Руси за счет международных связей, за счет торговли. Например, когда князь Игорь заключал договор с Византией, то во время заключения договора члены дружины должны были клясться своими богами. И тексты договора сохранились, и видно, что часть дружины князя Игоря а, при клятве обращается к Иисусу Христу. Так что задолго до официальной христианизации христианство было уже на Руси, в том числе и в дружине князя. А, существует легенда о двух русских князях, о и которые воевали с Византией, и там в Византии приняли крещение. Есть история о княгине Ольге, которая тоже принимала... Ну, есть разные версии, конечно, этой истории, но по одной из версий она принимала крещение в Византии с ремником императором византийским и сам патриарх византийский ее крестил. Помимо вот такого южного влияния, византийского влияния, были достаточно тесные контакты со Скандинавией, с варягами на Руси. И варяги тоже уже подверглись влиянию христианства, так что через варяг, через Скандинавию. И западное христианство тоже проникало на Русь. Русь на момент крещения была в окружении христианских народов, и Русь на момент крещения уже была такова, что на территории присутствовали христиане, и, кстати, и захоронения древние по христианскому обряду и так далее тоже это подтверждают поэтому вопрос крещения Руси это такой был вопрос уже внутреннего напряжения между если можно так выразиться христианской партией или прохристианской партией одной а Руси в том числе в руководстве в том числе окружении князя и какими-то традиционными консервативными проязыческими партиями Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tv но прежде чем мы перейдем, собственно, к обстоятельствам, связанным с крещением Руси, нужно обсудить еще один момент с такой предыстории христианизации Руси, а именно часто-часто повторяемую в этом контексте легенду об Андрее Первозванном и о его визите на Русь. Я даже прочитаю вам эту легенду по повести временных лет Нестора, вот таком в русском современном переложении, звучит она так. Когда Андрей учил в Синопе и прибыл в Корсунь, узнал он, что недалеко от Корсуня устье Днепра, Днепра и захотел отправиться в Рим. И проплыл в устье Днепровское и оттуда отправился вверх по Днепру. И случилось так, что он пришел и стал под горами на берегу. И утром встал и сказал бывшим с ним ученикам: видите ли горы эти? На этих горах высияет благодать Божия, будет город великий и воздвигнет Бог много церквей. И взойдя на горы эти, благословил их, и поставил крест, и помолился Богу, и сошел с горы этой, где впоследствии будет Киев, и пошел вверх под Днепро. И пришел к славянам, что где нынче стоит Новгород, увидел живущих там людей, каков их обычай, как они моются и хлещутся, и удивился им и отправился в страну варягов, и пришел в Рим, и поведал о том, как учил, и что видел, и рассказал. «Диво видел я в славянской земле на пути своем сюда». Видел бани деревянные, и натопят их сильно, и разденутся, и будут наги, и обольются квасом кожевиным, и поднимут на себя прутья молодые, и бьют себя сами, до того себя добьют, что едва вылезут чуть живые, и обольются водою студенную, и только так и живут. И творят это постоянно, никем же не мучимые, но сами себя мучают, и то творят омовение себе, а не мучение. Те же, слышав об этом, удивлялись, Андрей же, побыв в Риме, пришел в Синоп. <зывая> Забавная история с несколькими бросающимися в глаза несуразностями, начиная с очень странной География его путешествий, а, потому что там а, в Синопо, там через Корсунь, а, чтобы идти в Рим, вовсе не обязательно идти в окрестности Киева и Новгорода, это не самый прямой путь. А, еще одна странность этой истории заключается в том, что, похоже, Андрей сходил на Русь только для того, чтобы на бане посмотреть, потому как больше никаких... Значимых достижений мы здесь, в этой истории, по крайней мере, не замечаем. Ну, нет, крест поставил Го, место, где будет Киев, благословил и так далее. Поэтому, кстати, многие православные даже историки, такие значимые историки, как Голубинский, Карташов и так далее, не считают эту легенду исторически достоверной. С другой стороны, если вы откроете любой популярный труд, такой ну, церковный труд по истории русской церкви, вы обязательно туда легенду найдете, причем как вот самое достоверное описание событий, ну или как написал Макарий в своей истории церкви, но это же могло произойти, почему мы должны в этом сомневаться. Так вот, мы можем сейчас пожать плечами, посмеяться и пойти дальше. Но здесь есть один очень важный момент, на который нам стоит обратить внимание. И который вообще, на который постоянно стоит обращать внимание, когда мы сталкиваемся вот с таким немного необычным явлением, когда вроде бы нелепая, там, смешная или в чем-то странная история, она подчеркнуто подается как достоверная. Это связано с тем, что у этой истории, помимо собственного его содержания, есть определенные идеи, есть определенная идеология. Мифы не существуют просто для того, для развлечения публики. Мифы существуют для формирования мировоззрения. И если какой-то миф существует и поддерживался многие века и культивировался, значит, это, через этот миф читатели пытаются чему-то научить и что-то им внушить. И чтобы нам понять историю об Андрее Первозванном, нам вот на что нужно обратить внимание. Эта история не единственная. На самом деле подобная история есть про то, как Андрей приходил в Бизантиум, который впоследствии стал Константинополем, про то, как Андрей приходил в Болгарию, и практически у всех славянских народов есть похожие истории, ну, может быть, с той же степенью достоверности, про то, что к ним приходил Андрей. Все эти истории формируются в 9-10 веке в основном. И 9-10 век это время противостояния Запада и Востока. Фотива схизма 9 века, потом вот этот вот великий раскол, как иногда называют, 11 века и все остальное. Так вот, почему эта история так важна? Западная церковь в те времена уже достаточно активно в пользу своего первенства использует следующий аргумент что первым епископом Рима был Петр. И остальные римские епископы, римские папы являются наследниками Петра. Помните в Евангелии от Матфея в 16 главе слова Иисуса, обращенные к Петру. Да? «Ты, Петр, и на семь камней, Петрус Петра, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». По католическому толкованию, собственно, Петр является камнем, на котором Иисус создает церковь, и римские епископы, как наследники Петра, в этом смысле обладают первенством по отношению ко всей остальной церкви. Поэтому Петр ⁇ Верховный апостол, и римские епископы, как наследники Верховного апостола, обладают верховенством. И поэтому... Восточная церковь в полемике с Римом настоятельно пыталась показать, что она определенным образом зависит от апостола Андрея и их права, их привилегии связаны с этим апостолом. Объясняется это чрезвычайно просто. Андрей первозванный. Андрей первозванный ⁇ это тот, кто первым пришел к Иисусу и тот, который посвал, позвал к Иисусу Петра. Поэтому... Претензии на то, что церковь в каком-то смысле организована Андреем, это такая скрытая, но где-то и явная, если говорить о каких-то, может быть, документах за пределами Руси, полемика против Запада и впоследствии полемика против католицизма. Поэтому сама, сам факт появления этой легенды, в том числе и в повести временных лет Нестора, он передает некоторую антизападную антизападное настроение того времени. Русь готовится принять христианство, есть тенденции исторические, политические, географические к этому, и готовится принять христианство именно от Востока. Но об этом мы поговорим чуть позже. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.